Мы уже пришли к Иисусу Христу. Посмотрите, чем занимается мой муж. Он, короче, детство вспомнил. Оскар, estoy sacando un video, Вы, конечно, извините, я думаю, что внутри на не разрешат снимать. Я вам просто хочу показать, вот именно откуда и заходить. Я сейчас себе здесь сделаю фото. Вот. А там еще у нас орел. Здесь, видимо, это национальная птица. Все это вход к Иисусу Христу. Мы идем, посмотрим. Похож именно статуя, как Рио-де-Жанейро. И похож тоже в Барселоне, где есть Тибидабо. В общем. Вот. Оскар говорит, что это его племянник. Говорит, что это его дядя. Посмотрите, что нашла. Люди тут свечки ставят. Посмотрите, если меня поймают, меня будут ругать. Тут получается два лебедя. Красиво. Посмотрите, что мы тут нашли. Какие они чисто плотные, как они моются. Мойся, сейчас отсюда будет вечно. Смотри, как они моются внутри. Внутри. Ай, мойся, мойся, мойся. Спирай, спирай. Ой-ой-ой, мойтесь, мои зайчики, мойтесь. Мойте мою шляпку. Это волк такой. Оскар говорит, собака. Привет, моя сладкая. Как тебя зовут? Кролик, мой кролик. Иди, мой кролик сладкий. Сколько? А вот еще маленькие зятики тут друг друга облизывают, мои сладкие такие. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Моя моя сладкая. Посмотрите, здесь как красиво. Сейчас вам поставлю на второй, чтобы вы видели. Мы потихоньку уже доходим до Иисуса. Посмотрите, боже, я обожаю такие вещи. Честно, у меня такое впечатление, как будто я в раю. Посмотрите, где Господь Бог. Смотрите, вот туда нам надо идти. Как будто я в раю, честно, все так зелено, все так красиво сделано, животные. Боже, честно. Мы в раю, но только мы живы. Мы живы и можем видеть это. Смотрите, как красиво. И там внутри, видимо, боженька. Видите, тут ослик. Сейчас буду заходить. Смотрите. Руками не трогать. Боженька, посмотри, как мы пришли, нашли боженька. Вот еще один ангел. Охраняет Иисуса. Зачем нам идти за границей ехать в Дубай, в Турции отдыхать? Вы посмотрите, я за границей приехала, чтобы вот увидеть вот это. Наша русская земля. Наша земля, честно. Я считаю всегда Армения, Россия, Украина. Мы все равно все вместе. Смотрите, как красиво. Вот такие места надо ехать. Посмотрите, что здесь написано. Вот видите. Не. Вот смотрите, что тут написано. Говорят, что в основном сюда приезжают с Греции, потому что это в основном для греков. Он даже греческий написан. Надо вот мне еще в Грецию поехать. Где мы лису нашли? Лиса? Красивая моя лиса! Ой, ты моя коза!
ты моя лиса худая. Давай я тебя заберу к себе домой и покормлю тебя. Лиса. Какая ты красивая. Смотри, девушка на лошадке. Красиво один. Даже есть здесь черепашки. Живые. Телепаски, телепаски. И вот это здесь красиво. Все, все их куча. И здесь другой. Смотрите, я кого нашла. Наташа, бей колокола. Испугалась бедная. Аминь. Аминь. Посмотрите, какая красота. Где вы еще видели такую красоту? Рай. Вот мы уже подходим к Иисусу. Посмотрите. Красиво очень. Вот. Такой большой. Когда идешь к Иисусу, кажется, что ты идешь в родной дом. Мне кажется, что это роднее всего. Вот отсюда видно хорошо. Вот я вам сблизи. Видите, какая беседка классная. Я думаю, что если здесь сядешь, просто тебе легче станет. И будешь думать только хорош. Вот вторая беседка. А сейчас вам покажу, где мы были. Сейчас найду. Вот нашла. Смотрите, как далеко от друг друга. Но все равно. Вот монастырь. Георгиевский монастырь. О, Я уже забыла, извините. Вот. Девочки, вот туда заходишь, где Иисус внутрь. Там есть гроб Господний, который привезли с Палестины. Там еще камушек священный. Трогаешь камушек, целуешь ноги и руки. А лоб нельзя. Я поцеловала, она мне сказала, что нельзя. Я вернулась, еще раз сказала, Господи, прости, я не знала. И еще раз поцеловала ноги и руки. И камушек тронула. Подожди. Посмотрите, верблюд Альтен, верблюд Луна. Они кушать хотят. Мать-ё-моё-моё! Мавина собачка. Мавина собачка, говорит. Это будет наш ужин. Вот здесь баклажаны жарятся. А потом ужин сюрприз. Посмотрите, что мы будем жарить. Рыбу. Рыбу. Вахчуторин. Не переживайте, если вы не будете кушать, я за вас поем. Боже, как пахнет, не могу передать. Это рыба, как называется, зеркальный карп. Да, зеркальный? Да. Ой, как вкусно, брат, спасибо. Посмотрите, какой ужин. Это рыба. Мы уже сделали шашлык с рыбой. Боже, ну извините, что я вам показываю мой стол. Я просто не могу разговаривать. У меня слюнки текут. Потому что это такая вкуснятина.
Я уже не могу. Я с вами говорю, слюнки текут. Ну как можно вот это не кушать? Ну посмотрите. Я думаю, что если я уеду, я буду скучать. Как вкусно. Всем приятного аппетита. А водку, если будете спрашивать, в холодильнике водка. Потому что без водки рыба невозможна. Всем чмоки!